Бенетта, сегодня будем делать реакцию Паски Бенетта 65 серия. Уже скоро, через минуту будет. Ребятки, думаете, почему я не через ОБС записываю? Потому что у меня сейчас какая-то проблема с ОБСом, типа, я не слышу, типа, даже Сашу. И, не знаю, типа, какая-то проблемочка у меня. А что ж такое-то, а? Фак. Давай, быстрее. Вот реально, может, перезагружу комп или что-то сделаю, вот, там, поднастрою, чтобы нормально все было сделано с ОБС, а то, блин. Давай, быстрее, быстрее! Скибидисты! Полицейские? О! Ё-моё! Скибидист полицейский, ё-моё! Так, кто тут скибидисты? Учёный опять пришёл, что ж такое-то? Джимен прилетел. Вот, Джимен. Где титаны? Вот они! Давайте! Убейте ученого и этого. Ну, это было логично, что он их ловушку ведет. Куда вы, предатель? Они подставили Джимена, что? Ну и ладно. Он злой на них. 4 лазера. Нет, больше. Давай, Свикерман, сюда. Убивай его. Давай. Убивай. Красавчик! Да, убивай, давай, ори, муха! А вот он, спойлер! Давай! Смывай ей, что я делаю! Ах ты! Титан! Молотом ему! На! Убей! Убей Джимена, наконец! Да убей же ты его, а! На! Убей! Убей! Убейте его, его! Глаза проткнул, глаза! Убей! Давай! Все? Джимен умер? Умер, да? Че? А это кто? Это ловушка! Бегите! Камерман Титан! Спикермен. А камерамен Титан, что с ним? Он жив. Он жив. Все ок. Нет, не ок. А что с ним случилось? Это не Джимен был, вы прикиньте, Джимен это фиг подставишь. Где это? Где? Я думал, все, Джимена, офис. Нет, даже полицейский какой-то здесь. Исчез. Это была ловушка от ученого. Надеюсь, с титанами будет все хорошо. Сделали копию Джимена, типа. Жесть. Это просто реально копия Джимена была. Это реально... Блин, надеюсь, с титанами все будет хорошо. Это просто бомбы. Блин, почему титан камерман не улетел? Блин, титан камерман такой потрепанный, жесть. У него камеры сломались. Камеры сломались у него. Да-да-да, это не круто. У него рука! Рука! У него рука отломалась! У него рука отломалась, жесть! У него камера потрепана, сломалась. Блин, это реально не круто. Блин, надеюсь, все будет. Ох, надеюсь, титаны выживут. Здесь никто из них не убьет. Ну блин! Как же я хочу, блин, этого Джимена и оторвать ему голову нафиг.
Подожди, я хочу оторвать голову Джимену. Блин, у него видали, руки нету. Ну он же может, типа, физганом, блин. Что делать-то, что будет-то в 66-й серии? Блин, а что будет в 66-й серии? Так, будем ждать реакцию от Фордула. Так, ребятки, давайте-ка, я уже настроил наконец-таки ОБС, давайте-ка. Разберем самим саму серию, типа, ну-ка, давайте, ну вот, давайте, где? Где? Вот. Так, камера, так, микромана, ой, камермана проткнули чем-то. Какой-то нож. Полицейский. Последний раз мы видели полицейского скибидиста в 41-й серии, или когда? Да, в 41-й серии, когда появился Титан Тиумен. Он улетает. Мы видим скибидиста-паука. Опять скибидиста на доножках. А, так это же там, это же, по-моему, то место, где стояли они все. Да-да-да, вон, 60-й серии. Скибидисты с пилами. Что-то тут слишком много скибидистов-пауков. Скибидист-ракетчик. Тот, который он еще летает, добавил на своем раунде. Опа, еще, опа! Смотри, кто тут появился. Ребят, я уже не буду делать на плейграунд персонажа, просто жесть как жестко. Скибиди ученый приходит. Своими штучами улыбается. Еще один прилетает скибидист. Который был 40 часов серии. Джимен. Джак, да фуга нет, так самолет. Это база скибидистов, однозначно, да. База скибидистов. Я не знаю, это был настоящий или фейк Джимен, я просто не знаю. Или Джимен реально был всегда роботом. Я не знаю. Вот он, улыбак, скибидист, что здесь? Опять скибидист, по-моему, мы уже видели. Не, они просто, я не знаю, если это реально был скибидист Джимен, то они просто реально подставили. Я думаю, зачем ученому подставлять Джимена, если он его спас от астер скибидистов? Прилетают наши титаны. Разрушенный самолет, кстати, он даже был. Не обычный, а разрушенный самолет. Так, мы так пропускаем. Скибидисты улетают. Сейчас. Джимен в офиге, да вот куда вы? Если это реально был настоящий Джимен. Нет, как они могут сделать фейкового Джимена? Типа, такой же унитаз, типа. Где они найдут такой здоровый унитаз? Это значит, был настоящий Джимен. Так, скибидист ученый говорит, пока-пока, извиняюсь, я пошел. Может быть, реально, типа, он решил предать его, типа? Не знаю. Или это было... Нет, ну реально, как они могут скопировать большой такой унитаз? Или могут они скопировать, типа, защиту сделать? Я не знаю. Ну, не знаю, блин, надеюсь, камерамайстан не уйдет на пенсию, мне будет плохо очень. Так, да фуга нет, так он в шоке, думаю. Он уже какой раз, типа, лазером стреляет, это у него уже, не вот эти два лазера, которых не имеет, он, типа, он уже 6 лазерами стреляет, 6. Так, Спикермен, этот защищается, Спикермен на него нападает. Стреляет. Можно по-быстрому идет. Давай, ну на 5 примерно. Камера-мачтан стреляет в Джимена. Аж ломаются наушники прям вот так. Вот на две части они сломали. Спикер-мачтан на него орёт прям ухо. Камерман сюда продержал бы, вот он бы оглох бы, наверное. Так, это тот спойлер. Я не знаю, ну, я не знаю. Вот, когда они хотели в первый раз смыть Джимена, это же штука, которая смывание ушла, типа, ее не было. Типа, ее не было. Чего нет? Да, ладно, смотри. Так, он фигачит. Да фуга я не вижу. Камерман Стан, его лупаш.
Так, мы видим вот это, я не буду говорить, потому что YouTube мне это делает через сюрприз, который типа не в рекомендации не будет ролик. Так, я не знаю, откуда спикермен Титан достал ножи, что он проткнул ему глаза. И почему-то вот это. Что это такое? Когда он проткнул глаза Джимену, у него электричество пошло. Электричество. Из глаз. Или реально он был робот, или что, я не знаю. Камерамен Титан жарит его со всей дури. С лучом. Лучом своим жарит. Вот, электричество здесь. Это, не знаю, это точно реально Джимен или нет. Вот. Вот, ну вот так, голова, уши. Не, а нет, если они вообще скопировали, как они могли засунуть туда скибериста, типа, достать голову Джимена и засунуть вот эту, или чё? Или они реально ему операцию такую сделали, типа, открыли такой унитаз, и вот так, и засунули скибериста. Наверное, ну блин, скопировать такой огромный унитаз или найти такой огромный унитаз вообще невозможно. Да, это была ловушка. Я не понимаю, почему камерамен Титан не мог улететь. Вот пока, вот он же мог улететь, типа секунд, типа. Он мог к спикермен Титану улететь быстренько, а он решил защитить. Не понимаю, почему. Он решил такое сделать. Мы видим помехи. Так, может быть так. Спикермен Титан жив, может он улетел. Так, это, да, это, походу, аэропорт был, машина. Опаньки, кого мы видим? Кого мы видим? И мы видим Дафугбума. Я его вообще только что заметил. Дафугбума мы видим? Камерамен Титан, он жив-то, он крепкий, орешек. Только у него, только, ребят, только у камерамена Титана ядро барахлит. Вот это, вот у него барахлит здесь. Ядро еще давал барахлит. Камера, часть камеры сломалась, и у него нет руки. Надеюсь, он не уйдет на пенсию, потому что это будет обидно, то, что он уйдет на пенсию. Нам такое не надо. Вот еще камера сгорела. Вот у него пропала та камера жесткая. Ну, камера-то пропала. Ну и вот. У него нет руки. Ну, вот, как такой получился мой первый разбор. Ну, блин, мне что-то реально жалко камерамен Титан. Надеюсь, его починят или сделают. Ну, типа, надеюсь, все будет с ним хорошо. Потому что я не хочу, чтобы он уходил на несколько еще серий, типа, на несколько серий больше. А то, блин, а. Я хочу, чтобы было три Титана. Три. Вот реально, он не мог... Нет, смотри. Дафук не имеет... Дафук, наверное, не должен сливать камерамена Титана. Просто так. Типа, зачем ему сливать персонажа, типа, у всех же должен быть Титан, типа, но зачем ему сливать его? Он это знает, что этого Мана Титана не слил. Зачем ему сливать камерамена Титана, типа, он сливает тех скибидистов, которых нет. Вот камерамен Титан, зачем его слили? Его, наверное, не должны сливать, я не знаю, типа, зачем? Его же нет, с 50-й серии не сливали. Его не сливали с 50-й, нет, сколько его серии не сливали? 15 серий. 15 серий. Он с 50-й и еще до 65-й, его 15 серий не сливали. Нам такое не надо, чтобы его сливали. Нам такое не надо. Ну он же типа, нет, он покалечился, но у него им камера, рука, типа. Может быть, ему заменят руку. Ну, блин, Титан огромный, живем. Ну его точно не... Подожди. Ему что тоже... Подожди. У него что, крыло сломалось? Подожди, у него что, крыло сломалось? Йо! У него еще, по-моему, крыло сломалось. Ё-моё. Ну, вот реально, я говорю, сливать зачем было? Я не понимаю, зачем его сливать? Типа, да фук, уже 15 серий его не сливали. А потом в такой миг сливать его. Не надо. Нет, да фук не будет сливать любимого персонажа всех
ну как его, людей. Потому что репутация упадет, если они этого сольют. Просто так, камерманы станут. Надеюсь, такого не будет. Ну что, киносъемку закончим. Это был что-то такое, мой офигенный такой первый разбор. Всем удачи и всем пока-пока. The back, the back, the back, the back, the back, the back, the back.